Мы на месте. Мы приветствуем Григория и интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Посмотри визуально, что-нибудь мешает сканированию. Да, мешает. У него, как у хоккейного вратаря, на голове шлем и на ногах и руках такие защиты. Хорошо, сканер, просканируй сейчас. Эти места указаны. Выведи эту подключку, отключи также все сопутствующие чипы, датчики, импланты, связанные с этими подключками. Все отключается. Выводи это все, и все формируется в шар. Он как в постоянном напряжении и защищен, защищаться готов. Ну вот, вот именно это напряжение вырабатывает энергию, которая питается сущности. Итак, готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Больше ничего не мешает визуально? Да, нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Григория, под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Григория, находит все. Здесь рептилоид. Репт. И? Два края. Есть. Суккуб и бес. Суккуб и бес. Какой бес? 9. Бес. Ты хоккеист? Это не мое. Хорошо, ладно, начнем с себя. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 месяца. В квартире присутствуешь? Да. Хорошо, мы сегодня квартиру чистим. Суккуб, сколько ты составляешь компанию, скрашивая одиночество? 2 года. Понятно. В квартире ты есть? Нет. Рептилоид 2 грея. Любитель хоккея, я полагаю, да? Какой у нас рептилоид? Посмотри, Вера. 99. Ты лаборант или уже военный? Лаборант. Хорошо, лаборант, объясни мне, что здесь происходит? Тестируется новая разработка. Да. Сколько вы находитесь, начнем с этого, в этом биополе, с этой конструкции? 4 года, 7 месяцев. 4 года, 7 месяцев. Сейчас начинаем с реверса. В процессе работы мы продолжим общение. Даю команду о тонкой копии Григория спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Канал выстраивается также ко всем артефактам рептилоидов и греев. Даю команду о тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низковибрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Григорию. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Пошел мощный поток, усилив его в 50 раз. Итак, расскажи мне об этом эксперименте. Защита идет слово. Этого мне мало. То, что это выглядит как защита, мне понятно. Он должен защищаться постоянно. В его голове должно быть первое место. Защита. То есть вы на него, ему программу эту поставили, которая идет, наверняка, из этих ваших артефактов, что он постоянно находится в опасности и постоянно должен защищаться. Да. Тем самым он находится постоянно в напряжении, вырабатывая огромное количество энергии, которую вы воруете. Энергия постоянно вырабатывается. Понятно. Потому что защищаться нужно. Сколько процентов? 24 часа. Понятно. В сутки. Хорошо. Сколько процентов энергии из 100 вы у него забирали? Что он вырабатывал на... Страхе? На волне защиты. Понятно. И меня интересует процентное содержание. Здесь есть еще суккуб и бес. Поэтому я спрашиваю, сколько вы забирали? Было это больше 50%? Мы забирали все, что было нужно. Больше того, что ему нужно для жизни. Вера, считай цифры. Пошла. Здесь 2 цифры идет. Давай. 30 и 100. 30% это от общей вырабатываемой энергии, и 100% это защиты. И все из-за мысли о защите, когда возникало 100%, все, 100% да. Энергии прогонялось по этим. И в этот момент он получал огромное опустошение энергетическое, у него вообще не было сил и дышать. Не знаю, рептилоид игры. Это значит эксперимент игры. Нет, они оставляли ему энергии. Чтобы дышать? Чтобы жить. Нет, чтобы жить, на этой энергии уже не хватало. Потому что суккуб забирал свое, вы у него минимум 50% забирали, если не больше. Все вместе. Хорошо, мы ждем окончания реверса и идем дальше. Реверс закончен. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Григорий забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него взяли до последней капли, возвращает Григорий себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из этих артефактов частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Григория находится, мощным потоком пошло назад. Усилию потоки в 50 раз. Вот сейчас пойдет свет. Опиши, что идет от шлема хоккейного. Сейчас, секунду. Ему внизу от беса возвращается физическая энергия. Бес.
от шлема ему идет да. расстановка мыслей, четкая концентрация. Понятно. Понимание вещей. Ему до этого времени не было, потому что рассуждение. Он постоянно оборонялся, да. Вот это пошло в обмен на... И спокойствие. Спокойствие. Все понятно, хорошо. И от суккуба что идет, посмотри, Вера. Суккуба идут энергии чакр. Ну, он все вырывал по всем чакрам. Желтая, оранжевая. Желтая, оранжевая. Живот низ живота. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Суккуб, выходя, отключайся полностью. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Что ты установил в биополе и как оно работало? У него такая, как рубашка, застегивается сзади на молнии. Он расстегивает да. эту молнию, снимает. Это как запрет. Он говорит, это запрет. Запрет. Хорошо. Ты запретил, чтобы он с кем-то знакомился? Даже смотрел. Даже смотрел. Понятно. Хорошо. Ну, какой ревни. Какая ревнивица. Весна. Хорошо. Как его люди со стороны видели с этим запретом? Суккуб, ответь мне еще на один вопрос. Как он в глазах других людей выглядел? Кого они воспринимали энергетически? Вот где стоит эта рубашка, там пустота. Пустоту видели они. Они видят пустоту. Хорошо. Это для Григория. Идем дальше. Рептилоид, Грей, что-нибудь осталось, что я не вытащил еще из биополя? Григория. Да, есть у них от шеи что-то и выше идет. Хорошо, сканер, просканируй сейчас это место на чистоте рептилоида Грея. Их подключик найди, эти подключки выведи, отключи их полностью. Это как тонкая пленка на голове и на шее заканчивается, вышло. Отправляю пленку в клетку-тюрьму. Выстраивая прямой канал от Григория к этой пленке. И Григорий реверсом отдает все негативное патогенное низковибрационное, что он от нее получил. Пошел мощный поток. Возвращаем все назад. Что идет? Оно идет слово, что это чтобы наверняка. То есть они как двойную насадку сделали вот эту пленку, чтобы никуда не уходило. Чтобы не сорвалось, да, конечно. Потом шлем сверху. Понятно. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Григорий забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что на его чистоте находится, мощным потоком пошло назад. Но у него четкое понимание, идет рассуждение. Он понимает, что происходит, он их видит. То же самое и в пленке было. Хорошо? Готово. Отлично. Идем дальше. Вера, скажи мне, есть ли лярвы биополе? Григория? Затемнение. В каких местах? Шея, голова. Шея, голова – это от конструкции. Хорошо, ты хочешь получить эти затемнения? Хочет. И то, что в ногах еще осталось, ты не сказал, но оно есть. Хорошо, выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте, отключайся полностью на месте, доложи, что ты закончил, я дам тебе отдельную команду на затемнение. Приступай. То, что в ногах уже собрано было конструкции, и на руках у него есть, на ладонях энергии. Хорошо, вытаскивай это все. Как ты ему затруднял жизнь, бес? Объясни, на какую чистоту ты зашел? Он ему дал какой-то шарик. Значит, бес живет там и проходит через порталы квартиры, где он, да. где он живет. Подкинул шарик ему, да? Шарик в руки дал, да. А что за шарик? Жвачка? Шарик крутит. Нет, он больше как мячик. И что, он вырабатывает энергию? Это он руками действия какие-то производит? Или какие, что происходит после этого? Так как энергия его. Не понял сейчас. Комочки, что он разбрасывает, вот такой шарик. Я понял. Какое действие этот шарик производит, когда он в руках находится Григория? Жжет руки. Он производит какие-то действия руками, размахивает ими или что происходит? Он должен производить на физическом плане какое-то действие. Нет, его от шарика идут такие разряды да. небольшие. Mm. Его раздражает. Это его вот. Отвлекает от действий, которые он хочет сосредоточить. Все понятно. Ты, то есть, практически его отвлекал... помогая рептилоиду и Греем тому, что они делали, они его перепрограммировали. Хорошо, бес, забирай все, или ты уже забрал все? Снял, он ждет команды. Хорошо, разрешаю тебе забрать все затемнения, забирай, возвращайся назад. Готов. Идем дальше. Включаем внутренний белый свет Григорию. И этим светом выдавливает из себя все негативное патогенное низковибрационное чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Все остаточные энергии от интерферентов и их подключек выдавливаются и летят в этот шар. Если фантомы есть, подключек идут в этот шар. Да, и шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Помогая моей энергии отключить все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают все каналы.
открывая воронку в галактическое ядро и сбрасывая эти каналы на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Хорошо, Бес, я тебе сейчас открою канал. Ты пойдешь в квартиру, соберешь все, что ты там оставил. Ты один там или черт есть? Один. Хорошо, я тебе соберу, если хочешь, весь негатив в квартире в дорогу. За это ты мне покажешь все порталы, которые находятся в квартире. И кроме того, ты уберешь все, что ты оставил. Все понятно? Да, понятно. Открывается портал в квартиру, где живет Григорий, и бес уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, Суккуб, ты больше не приходишь в это биополе. Надеюсь, второй раз мы с тобой не встретимся, потому что если встретимся, я не буду такой дружелюбный. Ты это понял? Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Суккуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушай. Рептилоид, 99-й, он наблюдатель. Работали ГРИ, установили шлем на голову, хоккейные. Человек вырабатывал, короче, 100% энергии, они все воровали, когда они включали эту конструкцию. До этого они забирали 30% минимум от общей энергии. 4 года и 7 месяцев сидели в биополе. ГРИ, ваши платы находятся в квартире? Да, платы установили. Хорошо, мы их снимем сами. Забираю, что тут говорит. Нечего говорить. Остальное уничтожить. Все понятно. Открывая под всеми артефактами рептилоида и Греев. Воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Клетка должна быть у нас пустая, да, Вера? Готово. Поехали дальше. Все усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Григорий, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую. Были попытки сделать что-то такое в матрице Земли, но с этим энергиями и вибрациями несравнимо. Отлично, хорошо. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу переходим к чистке вашей квартиры.